Всем привет, с вами Миронов Антон, и в этом видео хотел бы рассказать, как правильно подобрать бутылку для тренировки. А именно, у меня эта бутылка 2,2 литра, а также рассказать о комплектующих и плюсах-минусах таких бутылок. Первое, что состоит, это корпус такой бутылки. Также состоит из твердой пластмассы, которая не дает деформироваться ни на ощупь, ни в рюкзаке, когда мы ее транспортируем. Объем такой бутылки, как я уже сказал, 2,2 литра. Здесь имеются деления, что позволяет контролировать объем этой воды. Также резьба, на которую одевается крышечка. Второй элемент этой бутылки – это сама крышка. Она герметична, на ней имеются силиконовые прокладки. Здесь и здесь. Также ручка в этой модели находится сверху, а не сбоку, как в некоторых бутылках. И защелка такой крышки, то есть она позволяет не откручивать, закручивать эту бутылку, а одним легким движением отщелкивается и фиксируется сверху, что очень удобно в дальнейшей эксплуатации такой бутылки. Также имеется трубочка, которая позволяет пить воду, не переворачивая бутылку. Это выглядит примерно так. Вот. Это комплектация этой бутылки. Что касается плюсов таких бутылок, что я уже сказал, это жесткая пластмасса, которая не дает деформироваться этой бутылке. На этой бутылке имеются выпуклые ребра, которые позволяют удобно держать бутылку в руке и пить из нее. Также это удобная крышка, которая отщелкивается. Тут есть такой фиксатор, что позволяет нам не откручивать все время эту бутылку, а одним легким движением она открывается, фиксируется и дает возможность пить эту воду. Также плюсом является ручка, которая дает возможность транспортировать, ложить в рюкзак, доставать ее. Очень удобная бутылка. Также в этой бутылке большое горло, что позволяет ухаживать за этой бутылкой, мыть ее снутри. Также пролазит рука в это горло без проблем. Что касается минуса таких бутылок, это когда вы долго держите воду или что-нибудь разбавляете, какие-нибудь витамины, то такую воду надо менять как минимум 2 раза в сутки, то есть долго нельзя держать эту воду. Если она отстаивается, то начинает пахнуть сама бутылка, и надо ее мыть 1 раз в сутки. Также минусом других моделей является, когда крышечка, которая на резьбе, накручивается. То есть я бы рекомендовал такую модель, она удобна в эксплуатации, и часто не надо откручивать, закручивать саму крышку, на которой имеется в дальнейшем шнурок, он часто путается и мешает. Тут очень все удобно придумано, все отщелкивается, все фиксируется. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, если кому-то будет что-то интересно, обязательно отвечу. Всем пока!